Всем привет. Спрашивают, куда пропал. Что, роликов нету? Не рыбачу, что ли? Рыбачу я. Пропал. На дзен пропал. Сейчас все на дзене выкладываю. Все рыбалки. На YouTube с компьютера не выкладывается. У меня то грузится 5 часов. Короче, переехал я на дзен. Так что, кому интересно, переходите на дзен, смотрите. Рыбалка идет. Сейчас жерлицы на щуку. Сегодня выставился на налима удочки. Попозже, может, на изя поставлю. Ну, как-то так. Рыбалка идет. Жерлицы работают. Постовушки. До этого была восьмерка. Пятерку поймал на жерлице. Все на дзене есть, все эти ролики. Как вытаскивал, вываживал. Сегодня тоже поймал трофей. Есть. Пока не знаю сколько. Восьмерка, наверное, тоже. Так что, кому интересно, смотрите на дзене. Сегодня будет ролик. Это так, на телефон снимаю. Потому что с телефона на YouTube грузится у меня. Я могу с телефона выложить. Вот. Маленький ролик снимаю на телефон и сейчас выложу на YouTube. И с камеры не могу загрузить. Так что вот такая. Мама сегодня попала. Килограмм 8. Такие шнурки еще. Килограммовые. Так. Ваша меховушка. Поет такая красота. Ох, так что кому интересно, приглашаю всех на дзен на свой канал Ромыч Сургутхмао, как это называется. Ссылку оставлю в описании к роликам, в комментарии. Так что смотрите, рыбачить. Сезон только начался. Все, впереди весь сезон. Будем рыбачить. Ладно, все, всем пока.